Как ты мужа отпустила одного? Что я не поняла вопрос, если честно. Куда, в Серпухов? А что, нельзя Серпухова мужей отпускать? Может, я что-то не знаю? Чисто мужская история. Поехал на какое-то свое мероприятие. Я не трогаю. Я бы точно вот в 6 утра не встала бы и не поехала в Серпухов, честно вам могу сказать. У меня бы сложно было на такое поднять. Привет, привет. Дурацкий такой. Эту штучку, которую держит. Неудобно очень. Слушайте, я не пойму, то ли от кондиционера заболела. Что-то как-то мне не это. Нехорошо, что-то я обчихалась. То ли от вентилятора, то ли меня Бузова заразила. Только бы не болеть. Я ненавижу болеть. Чем дело это, слава богу, крайне редко, но метко может произойти. You are very nice. Ну что? Да подождите, выздоровления мне желать. Может, я еще и не болею. Может быть, мне показалось. Да что-то прям все болит. Ну, в любом случае, спасибо. Ну, что расскажете? Все время мне говорите, вот, почему ты так редко выходишь в прямой эфир? Ну, что вы мне вопросы не задаете? Почему мне в прямом эфире сидеть? Рассказать мне вам нечего, вы знаете прекрасно все, что со мной происходит. Я выставляю в Инстаграме. Дети кто где? Ты уже дома. Я вот была на работе. А Маруська в гости к подружке уехала с ночевкой. Сейчас только что. Расскажите про Дом 2. Вы спросите, что вам интересно про Дом 2. Я расскажу с удовольствием. Ты не отвечаешь. Задайте вопрос, отвечу. Я вижу, лично вижу, может быть, я не вижу вопросы. Я вижу одни смайлики. Марусики мечтает быть по профессии. Честно, ему, блин, какой дурацкий ракурс вообще. Мне не нравится что-то. Маруся пока не знает, кем она хочет быть. Еще пока не определилась. Я думаю, что осознание будет чуть постарше, когда она станет. Чем я крашу брови? Не знаю, чем я крашу брови. Я их сама никогда не крашу. Как правило, не могу вам сказать точно, ответить на этот вопрос. Блин, как я ненавижу эти поливалки. Просто ужас. Особенно, когда у тебя чистая машина. Вот хорошо, что она у меня не чистая. Так жалко на самом деле, вот так выйдешь с мойки, эти поливалки. Или может сейчас смотреть. Привет, привет. Сколько ты Оне лет? 2,5 годика ты Оне. Привет. Вот у меня все в семье переболели. Я вот держалась, как стойкий оловянный солдатик. Походу, последнее. Обожаю вас. Спасибо большое. Ну. Ты, Юша, леночек, пирожочек. Ну что ты там? Барашка купила. Лен, барашка зарезала. Спи, иди. Пуш, иди сама спи.
Что я должна спать? То есть ты на барашка поешь, а я должна спать пойти? Какая ты умная, конечно. Я еду к деткам сейчас. Сумками в зубах по рынку ходишь. Ты моя рыбочка, молодец. Давай, давай. Что я вам повернула не в ту сторону. Вот. В отпуск я на следующей неделе. Нет, в следующей неделе еще вся будет очень плодотворная, много работы. Барашек через 4 часа только. Наташ, ты же помнишь, у меня курица. Я курочку буду, я не ем вашу баранину практически. Редкий случай. Раньше вообще, кстати, не ела. Сейчас более-менее начала. Раньше не могла переносить запах. Свинину я вообще стараюсь. Ну, шашлык, вот этот свинину, это я не ем точно. А вот бараха как-то так. Хотя баран, конечно, вкусный, но я не это. Не особо по бараху. Песенка клевая. Прям песня этого лета. Индюшку люблю, да. Очень люблю. Я беру свежую курицу. Ну, понятно, что все берут свежую. Имею в виду домашних курочек на рынке. Куда к вам? Вы давайте уже. Выезжайте. Ты что там платье покупаешь? Дольче Габбановское. На Риге адовая пробка. Слушайте, что-то случилось с Ригой. Это какой-то кошмар. Просто все время там все стоит. Из-за Красногорска, походу. Раньше такое хорошее шоссе было. Вообще летали только в путь. Тебе нравится, как ты сделала ремонт? Ну, конечно, мне нравится, ребят. Конечно, я кайфую от своего ремонта, потому что я его хотела и сделала так, как я хотела. Переезжаем в конце августа. Я уже боюсь зарекаться, я вам серьезно говорю. Ну, осталось все уже. Чуть-чуть. У меня сейчас не окрашенные волосы, это мой цвет. Что-то выгорело, а что-то осталось. Вот эти вот блондинистые кончики, это со старого окрашивания. Я завязала с окрашиванием, у меня, слава богу, нет седых волос. Может, парочку где-нибудь, конечно, завалялись. Поэтому я могу себе позволить со своим цветом походить. Дача. Но у нас есть деревня. А дача нам не нужна, потому что мы живем за городом. Зачем нам дача? Над дизайном мы думали вместе. То есть, безусловно, я мне вчера Курепова... Я говорю, Курепова оставила меня тут одну на какое-то время. Она мне говорит, Ксюх, ну я твоему вкусу доверяю. Когда тебе это говорит дизайнер, вот это приятно. Она говорит, ты вот молодец, у тебя вкус есть. Конечно, мне это запомнило и меня это порадовало.
Первая марка машины у меня была Fiat Punto. Первая моя машина. От меня до города, ну вот мы живем где-то 15-20 километров от МКАДа. Ну, плохо то, что я живу за городом, а я работаю за городом. Мне приходится на другое шоссе не ездить. И вот это тяжело. Дорога много занимает, около часа. Туда, час обратно. И пробочки. Но все равно это такой кайф. Нет, конечно, жить за городом, это очень клево. Если есть возможность выбора между квартирой и домом, конечно, нужно всегда делать. Особенно если есть дети, делать в пользу дома. Мы с мужем всегда отвечаем на этот вопрос, ревнивы ли мы. Мы говорим, да нет, вы что, мы вообще не ревнивы. За рулем, да. Так хочется кофейку. На пипи мне не нравится кофе, кстати, невкусный вообще. Да. И там нету декофената. Я еду на благотворительное мероприятие к деткам, которые больны раком. Сейчас песни клевые играют, это? Слушай, их так много появилось всяких вот этих девчонок, монеты. Блин, когда звонят, сразу прямой эфир весь срывается. Кстати, я не вбила в навигатор, куда мне ехать, поэтому сейчас мне будете подсказывать. Здравствуйте, тетя Наташ. Вот она. Это вот из-за нее весь мой эфир прервался. Кофе пью. Самое вкусное по мне кофе – это в сыроварне. Коль, подключилась моя подруня. Самый вкусный кофе очень мне нравится в кофемании. Где еще? Ну вот шоколадница, отвратительный кофе, на мой взгляд, мне вообще никогда не нравится. Я, несмотря на то, что я там беру, ну редкий случай, чтобы там вкусно сделали кофе. Вчера, кстати, у меня до сих пор стаканчик остался. Вот у нас около дома есть Корта кофе. Ну, кстати, ребят, вам бесплатная реклама. Очень крутой кофе, вкусный. Ну, в кофемании, конечно, самый. Так, тетя Наташ, ты как обычно это... Провокатор, вот ты сволочь, понимаешь? Ковер, иди со своим ковром. Блин, я не могу над ней. Привет из Волгограда. Волгограду тоже большой привет. Слышала про город Кимры. Вот Наташка туда собирается поехать отдыхать. Да, Порта. Не Порта, а Корта. Просто Воронеж. Чем увлажняете кожу после загара? Ну вот кремами чем. Конкретно нужна марка, если то дома покажу. Чего ржете? Ковер очень дорог. Наташ, сейчас я тебе говорю. Остановите кто-нибудь эту женщину по фамилии Эмма. Ну, коротко и ясно, понимаете? Фамилия из двух букв. Сучка ржет. Длинные волосики хотите? Нет. Длинные волосики уже не хочу. Мне пока так... Где шанти, где ковер? Наташ, стоп, вон тебе кто-то там пишет. Объявился кто-то по твою душеньку, наконец-таки. Может быть, кто-то сможет тебя усмирить. Как там девчонки-то наши, Наташ? Балуются хоть на твоих глазах? Так, ну рассказывайте, что у вас в субботу происходит. Я не понимаю, почему вот здесь вот пробка. Вот это около Крокуса вот все время это гребаная пробка. Вот я других слов не найду. Вот около этого гвоздя дебильного.
ужас, прям раздражает. Вот из-за этого все стоит. Кошмар. Прям раздражает. Начиная с Молодогвардейской улицы и вот заканчивая с Крокусом, все просто стоит. Вот. Такое может быть. Любимый цвет маникюра, ну, не знаю, красный, нюдовый, когда как, но стараюсь не экспериментировать. Желтый, голубый, вот это все немножко не моя история. Стразы, оптики, это все далеко от меня. Не могу я эту моду понять, поэтому не мое. Слышала про упавшего с водосток? Нет, не слышала. Отдыхать еще поедем, да, через неделю. Ковер еще не выбрали, но мы что-то оставили, один выбрали в спальню, а в зал еще думаем. Потому что вчера мнения, конечно, разнились конкретно среди моих подруг и знакомых. Ой. Масяня, я уже сказала, куда я еду. Потом все увидите. Сторис поставлю. Какая у вас машина? Всей семьей на отдых, да. Но там будет перерывчики небольшой наш романтишок с мужем. Мы себе придумали. А так летим с детьми. Но потом мы решили чуть-чуть уединиться. Ну, потому что мы все время вот толпой. Ну, хотя мы очень любим толпу. Вот эту нашу толпу, которая с нами живет. Но иногда хочется, конечно, какого-то уединения. Взрослого. Не пойму, есть у меня температура? Нет, сейчас надо в аптеку еще заехать. На отдых потом все увидите. Все покажу, все расскажу. Обязательно. Скрывать не буду, где я нахожусь, это точно. Благо, что сегодня суббота, еще пробки не такие страшные. Слышу белый твой любимый свет, как птица гейша. Дай мне еще меньше. Я не знаю песню. Белые ночи, мод, что ли? У тебя ботокс в губах. А что, ботокс в губы колят? Мне казалось, губы колят гиалуронку. Нет, у меня нет ботокса и гиалуронки тоже. Вот, да, правильно я угадала. Мне казалось всегда, что ботокс только в губы колят, нет? Слушайте, ну мод, по крайней мере, более-менее, хотя бы всегда у него такие песни о любви и с каким-то таким уважением к женщинам. Ну вот правда, потому что вот это... Я прям согласна, что у нас сейчас какая-то... И муж мой вроде на эту тему тоже говорил, что вот эта мода дебила, блин, понимаете? Когда раньше пели песни... Я готов целовать песок, по которому ты ходила, а теперь у нас я не такой, подарки цветы дарить не буду, да ты шлюшка, да ты это, да ты то, да я тебя, да мы с друзьями, да мы с тобой, да, блин,
прям вообще нет уже песен, в которых восхваляют женщин. Ну, я так понимаю, это все от того, что женщины сами себе такого дозволили. Во-первых, а, отношение к себе такого, а, б, благодаря своей какой-то легкости. Ну и плюс ко всему, мужики видят, что женщинам так нравится, когда они с ними так обращаются. Поэтому, в общем, теперь песни, теперь нет песен «Я готов целовать песок, по которому ты ходила», понимаете? Теперь есть вот только такое отношение, и другого не приемлет. Девчонкам нравится. Послушайте, ну, тут делать нечего, по радио всегда играют эту песню, так или иначе. Вот мне достаточно 2-3 раза услышать песню, она у меня все уже в голове остается. Я уже сама тоже могу это и послушать, но все равно в любом случае я против такого по отношению к женщинам. Я против того, чтобы такие песни звучали в адрес женщин. Мне, конечно, мне-то чего? Я-то уже замужем, у меня детки есть, я любима, люблю сама. Мне-то, конечно, все равно. А вот, в принципе, вот такое отношение к женщинам, оно, конечно, пугает. Я еду не на работу. Я еду к деткам. Крит женщина с сумкой сравнил. Ну, ребят, что я вам могу сказать? Девчонки же пищат, рад, им это нравится, что с ними так. Поэтому что тут удивляться? Как вы относитесь к избиению? Наташ, кого ты там опять избила? А? Расскажи, пожалуйста. Зная тебя. Зная тебя, кто-то может в кустиках валяться. В полумертвом состоянии. Тиранчик ты мой. Тира. Я хорошо. Если это с твоей стороны, да? Слушайте, по поводу Баку тут были вопросы. Конечно, я в восторге от Баку. Какой красивый город, невероятный. Невероятный просто. Круто. Ой, вот классный трек. Тоже прикольный трек. Воскрестик. Ну, кстати, песня клевая, но тоже про бичес, поэтому люблю. Пушкина клевая, дружите всегда. Пушкина, ты слышала? Придется с тобой дружить всегда. Из чего сделан крестик? Наташа. Сука, дорогой. По поводу этого ковра вчера какое-то сумасшествие было. Я просто понимала прекрасно, что я выставлю сейчас сторис с коврами, и посыпется огромное количество вопросов. Где ковер? Откуда ковер? Дайте контакт ковра. Хотим такой ковер. И, конечно же, самый часто задаваемый вопрос, сколько стоит. Поэтому я сразу показала цену, чтобы не было вопросов, потому что чтобы вопросы отпали. Что я прекрасно понимала, что те, кто захотят себе такой ковер, у меня там мои знакомые какие-то, они лично меня спросят, как это и случилось, в общем-то, и огромное количество там, ну не огромное, но человек там 10, наверное, моих знакомых мне написали, и я дала личные контакты владельца, кто занимается этими коврами. По всей остальной истории, просто сразу, чтобы отпали вопросы, я это выставила цену, потому что я прекрасно понимала, что будут спрашивать. И если бы я начала каждому лично отвечать, этого мне не хватило. У меня просто директ взорвался от вопросов про ковры, потому что ковры действительно безумно красивые.
понятное дело, что для многих это дорого, и это абсолютно понятно, и это и для меня дорого. Но я могу сказать, что ручная работа, она вот так вот стоит, потому что один ковер делается 1.5-2 года. Кто в этом разбирается, кто понимает, это тоже ковер, это то же самое, как там дорогие часы, как дорогая картина, это то, что передается там из поколения в поколение. Это же не просто палас, да, это ковер ручной работы, шелк, шерсть. Поэтому, соответственно, я, кстати, вот бабушки ваши не дадут соврать. И раньше, вы помните, ковры были вообще чуть ли тоже не по цене машины. Особенно если там, опять же, они были так же, да, ручную работу. То есть раньше было это не достать, это был дефицитом большим. Так что чему удивляться? Те, кто просто в этом разбирается и понимает, что, безусловно, история-то, конечно, дорогая, и к этому нужно как бы быть готовыми. Кто хочет, кто может себе позволить, кто считает нужным. Мы, например, тоже там в раздумьях сейчас думаем, брать, не брать, да, как и что. Рассчитываем на скидочку хорошую, но, тем не менее, нужно понимать, что это такая вот история недешевая. Туркменистана, Иран, да. Срок службы ковра, ребят, ну, вы сами, не знаю, срок службы ковра какой, очень долгий. Если правильно ухаживать и не загаживать ковер, то ковер может прослужить очень-очень долго. Понятное дело, что когда у тебя дети и животные, вся эта история встает под большим вопросом, потому что все-таки дети будут играться на этом ковре, и кто-нибудь обязательно лизуна притащит с пластилином, от чего у меня сейчас сердце кровью обливается, или шантель, например, может подойти и когти свои поточить, от чего у меня тоже сердце не на месте, потому что, конечно, ой, молчите, это моя больная тема. Больная тема моя. А животные не испортят? Вы знаете, я прогнозировать не могу, испортят или не испортят. Это такой, еще раз говорю, тяжелый момент. Потому что Шанти всегда вредил всей мебели, которая у нас находилась. То, что было в его доступе. Но, опять же, идти отрезать коту когти, удалять, делать эту операцию, я считаю, это кощунство. Самое настоящее. Ну, послушайте, если так размышлять, знаете, все портится. Все портится, это понятно, но не хотелось бы, чтобы все портилось. Ремонтом я делаю сейчас ремонт и понимаю, что, ну, нашей семье хотелось бы, чтобы это прослужило долго. Это когда покупаешь там, не знаю, кухню в то же самое Икеи, например. Да, ты думаешь, в какой-то момент ты понимаешь, блин, не жалко. Когда ты покупаешь дорогие итальянские кухни, конечно, тебе все это жалко. Понятно, что это сложно совместимо с жизнью, теперь ходить по квартире, бояться до чего-то дотронуться, это тоже бред. Ну, учитывая то, что у тебя дети, да, но, конечно, мне хотелось бы какое-то время хотя бы полюбоваться всем этим, и чтобы просто надо научиться бережно относиться к вещам. Это очень важно, потому что все мы помним по детству, не дай бог, какая-нибудь разбитая дорогая мамина ваза, и всех хватало просто в дрожь, как мы боялись что-то навредить своим родителям. Сейчас я считаю, что наши дети, такое поколение более расхлябанное в этом плане. Нет ценности такой вещам, какая у нас была. Вы помните там про наши куклы, про одежду? У нас ее не было в таком большом количестве, чтобы мы могли вот так с ними обращаться. Сейчас у детей все проще и как-то не намного спокойнее. Не понимают ценности, к сожалению. Не понимают. И это плохо. То есть разбил, ну и что? Еще купят.
как только у меня есть возможность почитать. Причем тут началось я богатая в Икее говно. У меня было куча мебели из Икеи. Я не говорю, что это мебель говно. И в Икее есть отличная мебель. Вопрос качества, понимаете? Вопрос отношения. Причем тут говно? Что вот за люди такие? Вот, понимаете, вот у самих, походу, говно, поэтому вы такое говно и пишете. Безусловно. Но есть эти 10%, на которые все-таки иногда приходится ставить акцент, потому что просто приходится ставить людей на место. И я не понимаю вообще этой тупости человеческой. Вот, а почему ты так агрессивно реагируешь на критику? А почему, в принципе, я должна нормально к этому относиться? Потому что как только я начинаю так же обоснованно вас критиковать, вы начинаете обижаться, говорить, фу, какая ты злая. У вас единственный ответ, когда я вас ставлю на место, это фу, почему ты такая злая. Я добрая к своим близким, я добрая к своим друзьям, я добрая к своим хорошим подписчикам, которых люблю, да, которые меня не трогают. Зачем вы изначально идете с негативом, идете с мечом и ждете, и удивляетесь, почему вы не должны погибнуть от этого же меча? Извините, а почему вы приходите в мой дом, грубо говоря, на мою страницу с этим гнильем, который вы на меня льете своими подколами, своей какой-то грязью, своими какими-то злостными комментариями? Вы чего ожидаете от человека? Что он должен сказать спасибо за это дерьмо? Я не буду вам говорить спасибо за дерьмо, которое вы льете. Ну вот правда, никогда и ни за что. И всегда я благодарна своим адекватным. Я понимаю, что среди 11,5 миллионов подписчиков, безусловно, большая часть адекватных, нормальных людей. А если даже им что-то не нравится, вот, например, я тоже листаю ленту, вот у меня сейчас все знакомые на яхтах отдыхают, мне что им писать? Вот вы, суки, зажрались, пока я тут в Москве работаю, вы на яхтах катаетесь? Вот у меня вообще вся лента, сторис, там 30-40% все на яхтах, на двухэтажных, с вертолетами по Монако. Вот мне что надо сделать? Всем им гадость сейчас написать? Фу, какие вы козлы от того, что вы сейчас на яхтах тусуетесь. Или, я не знаю, там у кого-то круче машина, чем у меня, квартира. Кто-то покупает себе квартиры там за 100 миллионов. Вот мне что надо сейчас? Пойти сказать, ничего себе ты, сука, наворовал у государства бабла. Вот мне что надо этим людям говорить? Ну, просто это странно. Понимаете? Есть вещи, которые там, например, дикие для меня. Тратить на что-то деньги, что я не считаю нужным, что это нужно делать. Но, опять же, никогда там своим знакомым, если они спросят моего мнения, я скажу глупо. Или скажу, мне кажется, я бы так не сделала. Ну, как-то постараюсь ответить. Но если меня не спросят, я никогда в жизни напишу. Ничего себе, ты опять бабки на какую-то фигню потратила. Я, мне даже в голову это не придет. Зачем? Ну, человек есть деньги, но хочет, покупает. Это же его личное право. Че за бред? Да не, я близко к сердцу, мне я просто эмоциональный человек, и кажется, что когда я отвечаю или разговариваю, мне как-то от этого плохо. Мне абсолютно неплохо, я вообще к негативу привыкшая и абсолютно спокойно на эти вещи реагирую. Да, но невоспитанность людей, конечно. Я когда в Италии жила, не помню, я рассказывала вам это или нет, у меня там в окружении были дети достаточно таких очень богатых родителей. И, допустим, у меня были часы Swatch на тот момент, Tic-Tac, а у моих подруг уже там были ролики. Хотя им было 15 лет, и они уже были в роликсах. У меня первые роликсы появились там 25-26 лет. Достаточно такие там дорогие часы, да, которые не каждый может себе позволить. При этом, при всем, ну вот ходили они в роликсах, и здорово. Но я когда появилась у меня возможность, там мне подарили, да, я на себя надела такие часы. Я просто прекрасно понимаю, что ну, нехорошо так себя вести. То есть, ну, у их родителей есть момент того, что, например, я своим детям в 16 лет не буду роликсы покупать. Потому что я прекрасно понимаю, что мне бы хотелось, чтобы, ну,
у моего ребенка был стимул расти к чему-то. Хотя сейчас я хорошо одеваю своих детей, я им все покупаю, я стараюсь для них. Но есть какие-то вещи, которые я считаю, что лишние, или они там за гранью, и этого делать не нужно, что это баловство, например. Поэтому, ну, кто-то считал нужным там в 16 лет своим детям одеть роликсы. Или покупать уже там BMW, да, в 18 лет дарить там какие-то дорогие тачки. Ну, каждому свое. Но осуждать это тоже нехорошо. Смысл? Все живут так, как считают, ну, так, как считают нужным. Ну, хотят. Но при этом у меня никогда зависти к своим друзьям вот не было, потому что в Италии там одевались мы всегда хорошо. И это, да, конечно, там мне хотелось там какие-то моменты, я говорила там своим родителям, а почему? Мне говорят, Ксюш, ты заработаешь, купишь, или там тебе нужно постараться в учебе или это. И потом я просто поняла, что я очень хочу зарабатывать сама деньги и все себе покупать сама. Всего достигать, хотя меня родители, еще раз говорю, не ограничивали, просто они меня не шибко баловали. То есть, если была возможность там купить мне часы, это были не роликсы, это был Swatch Tic Tac, например. Или когда у всех появились телефоны, мне там купили телефоны, ну, чуть позже, чем всем остальным, и это был там не крутые какие-то, там, Philips, по-моему, у меня был первый телефон. Ну, то есть, какие-то такие моменты, что, где мне, я благодарна очень своему отчиму, своей маме за то, что они меня не баловали, потому что если бы они в тот момент мне все дали, вот прям, хотя они мне очень многое дали, но если бы они вот меня начинали бы одевать уже тогда в ролики, покупали бы мне машины и все бы за меня делали, наверное, у меня бы не было то, что сейчас есть. Наверное, я бы не захотела и не старалась бы даже добиться всего того, чего я добилась. Но это абсолютно не из-за какой-то зависти к кому-то, а наоборот, это было моим таким стремлением. Я хотела всего добиться сама. Я всегда мечтала быть самодостаточной, я всегда мечтала быть такой самостоятельной. И слава богу, это случилось. И мы никогда не знаем, что будет завтра. Всегда нужно помнить о том, что завтра может быть другой день, абсолютно все поменяться. И, знаете, поэтому, когда меня спрашивают, Ксения, почему вот это, я очень боюсь хвататься там за 100 дел. Мне страшно добиваться каких-то прям огромных вершин тоже, куда-то там залезать и прыгать выше головы. Я, например, тоже не хочу и не могу. А по причине того, что потом будет очень больно падать. Хотя я не трусишка, например. Ну вот просто есть куча всяких моментов. Просто есть куча всяких моментов, которые нужно просто понимать. И я ни в коем случае никогда никого не пытаюсь там унизить, никого не пытаюсь обидеть, пока меня не трогают. Пока не трогают мою семью, моих близких, моего мужа любимого, моих детей. Высмеивать что-то там, обижать. Ну, это ущербность людей, и не более того. Только лишь ущербность людей. По-другому это никак не оправдать. Так, а вот тут я припаркуюсь сейчас. Нет, друзья живут лучше, чем я, но и при этом зависти ноль. Ну, конечно, зависть — это вообще грех большой, завидовать. Как не страшно людям. Ну, можно сказать, блин, как круто, как здорово, да, вот я бы так хотела. Но говорить, ой, тебя это потому, что ты вот такая-то. Я вообще, когда я появилась на телеке, у меня фамилия Бородина, я взяла этот псевдоним. Так вообще все были в полной уверенности, что я дочка Павла Павловича Бородина. В свое время у нас был такой депутат, и все, конечно же, говорили, ну, понятное дело, она на телеке, потому что она попала сюда через знакомство. Исюлька, Масюлька, я приехала. Оля. Оля. Оргкомитет. Оргкомитет, молодец. Я в прямом эфире, кстати.
Да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо Ксюше, что она к нам приехала. Ты мася. Здрасте. Я еще особо не рассказывала, куда я приехала. А Ксюша приехала на 9-й всемирные детские игры победителей. Это детишки, которые победили рак, участвуют в спортивных соревнованиях. Класс. Ксюша приехала вообще к нам в гости, и все ее очень ждут. Ну все, сейчас побежим уже. Да. Так, а куда нам, Масянь? Здравствуйте. Да, сейчас сфоткаемся, ага, сейчас выйду. Еще лет я в машине, а там потом оплачивать парковку, да? Не, вот, соберись сразу, я тебе дам на выезде, оплачивать тебе ничего не надо. А, спасибо большое. С этой выйдешь, это выкинь, не смешай. Эту выкидывай. Все, уже точно она не нужна, просто отдайте это. Да. Я потом все поперепутаю. Все, мои хорошие, я вас обнимаю, целую. Эфир сохраню. Я не знаю, завершить прямой эфир. Так, сейчас.